Обучение блондинки на парковке сняли очевидцы. Автоледи за рулем иномарки пыталась совершить маневр и устроила ДТП. На своем Hyundai она решила развернуться и ударила бампером припаркованную легковушку. Но, видимо, не заметила этого и поехала дальше. Вы машину ударили, это нормально, нет? И сваливаете. После того, как ее остановили очевидцы, блондинка вышла из своей машины и стала осматривать повреждения. Судя по растерянному виду, что ей делать в этой ситуации, она, кажется, и не понимала. Свидетели ДТП посоветовали ей вызвать сотрудников ГАИ и дождаться хозяина подбитой иномарки.